Каждый день средствами массовой информации будет освещаться вся предвыборная агитация кандидата. В итоге вновь избранный парламент подготовит проект Конституции Туркменистана с учетом всех норм международного права и подписанных Туркменистаном международных конвенций и договоров. В этом проекте новой Конституции Туркменистана будут усилены все статьи, связанные с правами человека, и статьи, связанные с гуманным отношением государства к своим гражданам. Проект новой Конституции будет широко обсуждаться в народе и освещаться со стороны всех информационных агентств и медийных каналов Туркменистана. После изучения новым парламентом Туркменистана всех поступившихся замечаний, поправок и предложений на очередном собрании парламента, то есть Меджлиса, будет принята демократическая Конституция Туркменистана.